Общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 в Пермском крае достигло 2267. Вылечили от заразы 1311 человек, летальных случаев 70. И дома на карантине 3142 жителя Прикамья, контактировавших с зараженными или вернувшихся из других регионов со сложной обстановкой. В инфекционном отделении Березняковской краевой больницы лежат 99 человек. У 57 диагноз коронавирус. За все время медики вылечили 37 человек. А сейчас под их наблюдением дома сидят 699 березняковцев. Из горбольницы Соликамска сообщили о еще одном заболевшем соликамце. В настоящее время из 3 болеющих земляков одного в Перми лечат и 2 в Березняках. Из 10 заболевших 7 выздоровели. В нашем стационаре нет пациентов с коронавирусом, а дома на карантине 64 человека. Мы продолжим отслеживать эпидемиологическую обстановку только через официальные источники. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.